После 2 недель отсутствия и работы возвращаюсь домой. Сейчас меня опять будет девочка встречать. Красивая, да, она уже выросла, мордатая. Проехал я 11 400 километров. Так, смотрим, как нас ребенок тут встречает. Уже вижу. Так, сейчас. Скажи, папка. Папка. Ой. 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 Ой, радость. Радости сколько, сколько радости. Сколько радости. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, давай, садимся, я сажусь. Ой, сколько радости. Ой. Ой, сейчас, сейчас. Сколько радости, здорово, 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 только тихо, тихо, лапками, не повреди, не повреди, ой, 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 скажи, родной, ой, ой, куда ты лезешь, куда ты стены сейчас поцарапаешь, ой, 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 так, ой, так, ой, так, ну что, мама, обижала мама, да, обижала? Мама обижала, обижала, или не очень. Ой. Так, ну что, пойдем писать. Так, выпускаем ее. Так, пойдем, 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 пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем писать. Пойдем писать. Радости сколько. Здесь заведем карпов. Ой, молодец. Молодец. Ой, мамочки. Ну что, давай, иди сюда. Ну, где ты там? Ну что? Ну что, радость? Что? Что там у тебя? Зачесалось что-то? Ты уже такая здоровая. Здоровая такая девочка. Здоровая девочка. Да. Ну, как ты себя чувствуешь тут? Как тебя мама не сильно обижает? Слушай, подруга, ты линяешь. Папка и так грязный. Папка и так грязная, а сейчас еще хуже. Ну что? Ну что? Тут надо будет стену мыть. Потому что поставили генератор слишком близко. Так, давай. Хоп, давай. Ну, давай. Что-то ты худенькая. Что-то ты такая не волосатенькая. Ты мамкины цветы тут не это? Не копаешь мамкины цветы? Мамкины цветы, не копаешь мамкины цветы? А что за палки валяются? Кто это палки тут накидал? Ума накидала палки. Зачем? Лежали себе там палочки, чтобы жечь. Нет, Умочка накидала. Мяч какой-то непонятный. Всю зиму у нас мяч валялся. Надо его выбросить. Наверное, от соседей, может. Может, от тех. О, давай, давай. Вот так надо. Только тут писать надо. На улице писать надо. Никак не в доме. Кто тут рыл? Это, наверное, мама, да? Мама рыла? Или Ума? Так. Надо будет... А это точно мама. Ума рыла. Порядок наводила. Ай-яй-яй. За лето, наверное, эти дровишки сожжем.
Ну что? Ну что, красавица? Что? Не помню, если я говорил, у нас, когда мы дом купили, была куча вот таких вот после Собянина тротуарная плитка. Ну, я вот сделал такие вот две клумбы. Вот. Просто поставил. Ой. Ну что, ты рада? Ты рада? Ну иди папу поцелуй. Иди, иди папу поцелуй. Иди сюда, папу поцелуй. Давай. Или косточка лучше, чем с папкой целоваться? А? Ну, иди сюда. Ума, иди ко мне. Ну давай, иди, иди сюда. Ай-яй-яй, какая дисциплина плохая. Ой, какая дисциплина. Мамка тебя не воспитывает, да? Ты делаешь, что хочешь, да? Иди ко мне. Ко мне иди. Ну, Ума, фу, фу, иди сюда. Давай, 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 ну. Давай, а то папка сейчас будет нервничать. Иди ко мне. Иди сюда. Ну, ко мне. Ко мне. Ко мне. Ах так! Ах так! Ах так! А если я поймаю? А если я поймаю? А если я поймаю? А если я поймаю? А кто у нас тут рычит? Кому хвост? Кому хвост оторвать надо? Кто у нас рычит? На отца кто рычит? Кто рычит? Кто рычит? Зверюга такая. Зверюга подросла. Зверюга подросла. Ты зверюга. Ну? Фу, Ума, как ты такую гадость? Ужас какой-то. На, вкусная, да? Фу, гадость такая. Так, ладно, ребята. Пошел я в душ. В общем, я дома.